приглашаю на сцену еще одного мальчика, вокалиста, который участвует в нашем конкурсе. Это Карасава. Встречаем. Ему 11 лет. Он живет в поселке Октябрьское. И почему-то тоже выбрал военную тематику. Он поет для вас песню «Граница». Встречаем Карасава. Его номер 7235. Stay. You look like a little boy, but I know you.
Чтобы потом
«Звуки в ночи». Так называется песня следующей участницы. Люба живет в поселке Октябрьское, ей 13 лет. Ее номер 72-38. Итак, встречаем Михина, Любовь. «Путники в ночи».